медленными-медленными шажками весна движется по Ирландии. Я сегодня так хотела показать, как изменился у нас НЭС. Не изменился, он еще только меняется. Сакура начала зацветать кое-где. У нас особенно видно это на подъезде к дому. А приехала я, знаете, куда? Приехала я в самый старый ирландский магазин. Тем более я давно уже обещала одной моей подписчице показать этот магазин. Магазин называется «Авока». И, пожалуй, это самый необычный магазин розничной торговли в Ирландии. Свою историю он берет в 1723 году, когда на берегу реки Авока в долине Виклоу открылась маленькая ткацкая фабрика. Всю историю этого магазина я рассказывать не хочу, потому что, может быть, это кому-то неинтересно. Но очень рекомендую поставить видео на паузу после моего рассказа, вот сейчас коротенького вступления, и все-таки прочитать ее. Я оставлю внизу ссылку на свою статью с фотографиями и выдержку из статьи. Потому что если вы прочитаете историю этого магазина, то совсем по-другому посмотрите на то, что продается в нем. Сам по себе магазин «Авока» – это магазин-праздник. Магазин ярких красок, мягких пледов, детской одежды, игрушек, мыла ручной работы, ткани для товаров, которые продаются в этом магазине, по-прежнему ткутся в долине реки Авока. Сейчас в Ирландии 15 таких магазинов и множество ресторанов и кафе. Ну что, пойдемте посмотрим, чем сегодня удивит нас Авока. Это не самый крупный магазин этой сети, но в этом районе он единственный, поэтому очень популярен, особенно в выходные дни. На входе торгуют цветами. И обычно здесь сезонные цветы. На Новый год можно купить какие-то украшения. В магазине царит невероятная торговая атмосфера. Так, ну что, давайте посмотрим, что сегодня нам предложит магазин. Цены. Сразу скажу, что цены достаточно высокие для этого магазина. Здесь очень хорошо покупать что-то в подарок. И подарок этот будет необычный. Вот это у нас что? Бальзам для губ, наверное, это. Ирландская косметика и крема «Зеленый ангел» с водорослями, с морскими. Я такими кремами пользуюсь, и мне очень нравится. По большому счету здесь еще много безделушек. Но, тем не менее, очень приятных. Может быть, это будет и не нужно. Это, наверное, под яйцо, да? Какие чашечки. И, скорее всего, они ручной росписи. 12 евро за чашку. Ну, так примерно в 2 раза дороже, чем в других магазинах. Очень много продается винтажной одежды. Классической одежды, которая из моды не выйдет. Какая курточка. Носки вязаные. Смотрите, Авока. Видите? Из овечьей шерсти. С кашемиром. Тоже Авока вязана на фабрике. Это уже будет, если здесь купить, то точно, 100% ирландский подарок. Они сделаны где-то в Китае. Кто скажет, что это обязательная и нужная вещь? Но смотрите, какая прелесть. Кошечка отдыхает на молочнике. Или вот это. Банка со спичками. Тут чиркать можно.
тут доставать спички. Что тут еще нам предлагают? Еще спички. Желтенькие есть. А вот морской конек. Сколько такая стоит кружка с морским коньком? 20 евро. Не хухры-мухры. Не кружка это, а молочник. Или вот. Вроде кружка, да? А внутри рыбка на дне. Объемная. Сколько цена такой чашки? Не вижу. Нету цены чашки. Нету. Нету цены. Я думаю, евро в 20 тоже стоит она. Фартук с барашками. И тоже авока. Льняной, по-моему, он. Да. А вот они, пледы. Знаменитые пледы авока. Мягкие, махеровые. Вот видите? 1723 год. Это официальное начало работы фабрики. Потом магазина. Я надеюсь, вы прочитали историю этого магазина, чтобы узнать, какую роль сыграли в становлении и развитии подушка этого магазина «Три сестры». Какая подушка! А подушек раньше таких не было. И это тоже пледы. Красили растениями раньше эти пледы. Выращивали в саду. Фабрики, чтобы окрашивать. Потому что когда фабрика начала работу, три цвета только были. Черный, серый и белый. Лишь позже стали разноцветными изделия. Так, мишки. Мишки, книжки. Кстати, очень хорошие книги. Книги, которые не купишь в обычном книжном магазине. Детские товары, о которых я вам говорила в начале. Мы в свое время очень много игрушек здесь покупали. Малыш-кролик. Где у кролика ушки? Ушки там застряли. Видите, какая яркая одежда. Ну и, конечно, книги в авоке. Взрослые книги для взрослых. И должны быть здесь, наверное, бестселлеры, да. Видите, три книги авока. Первая вышла в 2000 году, и после этого начали работать рестораны. Потом было выпущено еще две книги. Эти книги стали бестселлерами. Вот рецепты с фотографиями. Тоже в подарок можно приобрести. 22,84 книга стоит. Наверное, подороже, да. Это 26,95. 27. Это та же самая, что там. В общем, вот они, эти три книги. Троица. Товары для здоровья и тела. Продукты. Мы постепенно продуктовому маркету продвигаемся. Так, ланчбоксы, кружки. О, это знаете что? Это книга наших двойняшек Стивена и Дэвида. У них свой ресторан здесь, веганский ресторан. Это книга рецептов, я так понимаю. Да, книга веганских, не вегетарианских, а веганы они.
очень популярный ресторан в Грейстоунсах находится. По-моему, еще в Клондалкине есть, в Дублине 22 еще есть такой вроде ресторан их, если не ошибаюсь. Раньше в аэропорту был их ресторанчик, но с ковидом закрылся. Мы там завтракали иногда. Сервировочная доска. Хлеб, конечно, дорогой здесь. По 5 евро, по 6 евро даже за буханку. Что нам здесь предлагают? Сыры. Так, тут овощи. В основном все это органик. Нуга ирландская. Ну и, конечно, торты авока. Не дешевые, сразу скажу, не дешевые. О, фруктовый кейк. Карамель. Такой прям хочется купить. Банановый хлеб. Гранола ягодная. Ну и если вы идете в гости, то можно отсюда захватить какую-нибудь баночку вкусняшки. Очень много здесь итальянских продуктов. Не думаю, что они из Италии. Скорее всего, они все-таки пекутся и делаются здесь дома, потому что здесь действительно необычные продукты. Непривычные, такие, которые нигде не купить в других магазинах. И салаты авока. Рецепты этих салатов все есть в книге. В книгах в этих трех. Святая святых. Мясная лавка авока. Тут же разделывают вам мясо. Готовую еду можно приобрести. Быстрого приготовления, только в духовку засовываешь и все. Сухие яблоки. 14 евро, 13,95. Вишня, бутоны роз. Не знаю даже, для чего это применить можно. О, смотрите, морковный сок органический. 7 евро за бутылку. Сливовый, сливовый, правильно, сливовый. Тоже 7 евро за бутылку. И вот этот из кислых яблок для выпечки сок. Клубничный сироп. Надо же. 13 евро за бутылку. Ну и, конечно, я покажу вам ресторан, который здесь, в этом магазине. Если народу немного, столики есть свободные, то, может быть, даже я что-нибудь себе и возьму. Ой, очереди нет, и столики есть.
Итак, что нам предлагает Авока? Так, турки раб с индюшкой, с курицей, багелы, сконы. А это уже для тех, кто хочет серьезно покушать. Тут запотело стекло, наверное, не видно. Но посмотрите, какое это все красивое. И опять салаты Авока. Знаменитые салаты. Внизу можно купить на вынос, а здесь в ресторане можно их попробовать. И рецепты этих салатов в книгах Авока. Вообще все, что вы видите сейчас на витринах, оно все есть. Все рецепты есть в книгах в их. Но это уже неинтересно, правда? Ну и давайте посмотрим на выпечку. Десерты дорогие, но они большие. Мы берем обычно один на двоих. Видите, какой выбор. И здесь. Все, выбрала я себе завтрак или обед, не знаю. Возьму вот этот вот раб с индюшкой. И кофе. Пока гуляла по магазину, начался дождь. На этой веранде в солнечную погоду очень много народу. Ну вот, сейчас я до машины пойду под дождем. Наелась. Сейчас покажу вам магазин сверху. Здесь раньше диваны стояли. Куда диваны убрали? Ну вот он, весь магазин. Там еще сзади продуктовый маркет. В ту сторону он небольшой. Он небольшой, но купить здесь есть что. Подарок можно выбрать очень хороший. Вот так меняется погода. Меньше часа я провела в магазине. Ведь меньше часа. Прогулялась просто, посмотрела, что есть, позавтракала, и вот тебе раз, дождик. Хочется надеяться, что я не зря доехала до этого магазина, и он вам понравился. Хотя ехать-то до него не так далеко, всего 10 минут на машине, но бываем мы там все-таки крайне редко, потому что все время не по пути, а если по пути, то выходной день, а выходной день там... Народу всегда много. Так что он хочет. И понятно, что хотел. Все, я уже дома в Нейсе.